Может быть, со временем уже Fortnite какой-то, который выходил, PUBG. В Fortnite у меня были успехи, я на World Cup квалился. То Угу. есть, когда был турнир на 30 лямов на World Cup, там была квалификация 10 недель, и первый день выходных — это квалификация в часть, где попадают 1500 лучших, если соло режим, и 3000, если дуо. И вот я в соло и в дуо прошел. И, ну, я тогда думал, то, что вообще связать свою жизнь с Fortnite, но в один момент, короче, все такое, КС, блин, ближе ко мне было. Вот ты